Ну что, третья часть этой игры Bioshock. Приключения хулигана в большом городе. Продолжаем. Использовать кинескоп. Это видео вообще ни о чем. Здесь что? Конец. А походу этого пророка тут просто уважают. Пока сидим, бараночка. Короче, смылись за облаками. Так. Флакон. Пиво. Выписатку из содовой. Что здесь? Взять фляги с понятной выпивкой. Ух ты. Прям шторило. Пару монеток украдем. Снаряжение. Снаряжение особой одежды, дающей уникальную способность. Например, можно носить не более 4 предметов снаряжения. Мы с каждого типа выбрать снаряжение в игровом меню. Ну, пробит шляпа, электрический кулак. Шанс укушить противника в рукопашную 3 секунды жертвы уязвима. Пока посмотрим. Это что такое? Медбрюки, призрачные. Личный солдат, шанс обстоять, что враг ловушка стоит, так уж встает. Принять. Ботинки, это я стопа. У нас арестата пока нет. Оперативчик. Огневый происход с тобой, мне до вашего оружия. Ну, трубашечку можно взять. Ладно, пойдет. Сир здоровья увеличивает так это самое. Найс. Возьмем, возьмем. Лучше здоровье побольше будет. Грабим кассу. Содовая. Господи. Да, солей. Ладно, возьмем немного щита. Блять, ну игра, конечно, пиздец. Да я понял уже, блядь. Спать, Father Comstock called on me today to write his biograph. Me. The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, Father, your flock would pay for 1,000. You know, why settle for less? And then the prophet looks to me and says,
100 will suffice, as I know how it ends. I wonder if I could hook onto them with this skyhook. Whoa! Damn hook must be magnetized. Вот это веселуха. Какие стволы. Так. Ящик с инструментом. Овсянка. Нормально. Что, такая местная полиция, что ли? Чем-то на стенд смахивает. Ставит солей, блин. Блин, опять этот робот. Нахрен он нам был? Так, куда идти? Поздравляю. Все, успокоился. Кстати, соли мало было. Пиздец, игра какая, блядь. А роботы тоже, блядь. Ёпта, блядь. Дохни. Так. Сваливаем отсюда. Куда дальше? Давай себе. Пиздец, какая игра. Ну это понятно. А дальше нам куда? Сюда. Прям как Супермен, вроде. А здесь что? Почтовые ящики, боеприпасы для пулемета. Нормально. Жилище Монтгомери. It was bound to happen. Violence is not a foregone. Tim, the one they're after. Go. They're looking for you. Police, we're in need of your assistance. They're here. Shh. Keep your voice down. Что у вас украсить что-нибудь можно? Так. Полиция. Please leave. It's
Какая-то полиция, непонятно. Блин. Понаставили всяких роботов. Ёпта, блин. Завалили все-таки. What just happened? Козёл. Так солей, блядь. Нахер. Вороны, блядь, гавкают. Ёб ты, блядь. Блядь, это уже башка трещит, реально. Я уже не могу, свалить здесь всех. Блять, ну вообще, ребята, с палками. Тоже додумались. Пиздец. Конечно, игру, конечно, как будто отморозок делают 100%. Ну что, кино сегодня будет, нет? Так, здесь ничего не скоммунизишь. Нет, там что-то есть. Sweet Mother of Columbia, why do we worship three symbols in your memory? We worship the sword, so that we might avenge you. We worship the raven, so that we might cover the city with eyes. We worship the coffin, because it symbolizes the weight of our faith. Ух ты, ёшка. Чё это было? Шибись. Всего исклевали. Точно какие-то долбаные фанатчики тут. She tests us.
бесенок какой-то. Что, типа босс, что ли? What's this? Some new kind of vigor. That's a hell of a thing. Мы тоже, блядь, все на грани фантастики, блядь. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Понятно все. Ух ты. Ну что, вышли воронов убийц, блядь. Эти обклевали еще живых, да? Овсянка и яблочко вскушали. Еще перекусим, монетки украдем. Блять, вообще не, я вообще не догоню, чего ты игры, блять, творится, ебать. Бешено стыдно. Ах ты ещё сюда. На, блядь. Давай, давай. Кто смелый, блядь? Полиция, блядь. Так. Ну что, тебе сдать, что ли, а? Завалить? Куда идти-то надо? Наверх, что ли? Так, а здесь что у нас? Пускай стол, чего нету. Только что сверху же пришел. Че, валим обратно, что ли? Ну да. Как этот? Как Бэтмен. Все по максимуму, только патронов нет. Покинем район. Ну что, на этом с вами закончим третью часть. Прохождение этой игры. Встретимся в третьей.